Сегодня в Орловском областном суде состоялось заседание, на котором рассматривалась апелляционная жалоба экс-мэра города Орла Виктора Сафьянова. Напомним, что 25 января этого года городской совет народных депутатов отправил в отставку главу города, объяснив это бездействием Сафьянова в вопросах местного значения. Виктор Викторович с таким решением не согласился и обжаловал его в суде Советского района. Однако районный суд не поддержал бывшего мэра, после чего с его стороны последовало апелляция в суд следующей инстанции. Заседание в областном суде началось с выступления адвоката экс-мэра Милены Мирошниченко, которое затянулось на 2,5 часа. После этого выступили представители аппарата губернатора и правительства Орловской области. В итоге апелляция экс-мэра осталась без удовлетворения. Заявление Сафьянова Виктора Викторовича о признании незаконным решения Орловского городского совета народных депутатов от 25 января 2012 года номер 13/0213 ГС оставить без удовлетворения. Решение Советского районного суда города Орла от 2 февраля 2012 года оставить без изменений апелляционную жалобу Сафьянова Виктора Викторовича без удовлетворения.